Полина, я не хочу уже чай слышать. Сколько можно повторять? Со вчерашнего дня у нас тема была... Подожди, где у нас февраль? С пятницы тема была... Полина, я не знаю, где наш февраль делся. Машуль. Полина, не знаю. Февраль пропал. Машуль, Полюш, мы сейчас занимаемся февралем. Последний месяц зимы – февраль. Что можно сказать про февраль? Что это последний месяц зимы. Масленица, нет? Февраль – это последний месяц зимы. Еще что можно сказать про февраль? Что февраль закончится и наступит уже, что, Полюш? Маша, тогда занимаемся... Маша забыла, где февраль лежит. Где февраль? Лена, где у нас этот листочек? Куда ты его застал? Куда ты его застал? У нас январь есть, январь, да? Но нам уже январь не интересен. Январь не актуален. А если нет, я сейчас распечатаю. Что я сказала, когда будем чай пить? После занятий. Мы уже позанимались? Нет. Так почему ты спрашиваешь? Когда позанимались? Да, все. Получила ответ? Получила ответ. Садись, Полюш. Не ягози. Так, сейчас я... Я вчера так разбушевалась. Ой, из-за этой селедки. Потом себя корила полночи, не могла спать. Потом заснула, потом Эрика мне... Полин! В 9 утра сказал, ты чего так, уже поздно, в жепу надо вставать. Понимаешь, они больше всего переживают, что и моя мать уже, когда я сплю, это вообще что-то ненормально. Нужно срочно остановить этот процесс. Да, Полюш. Маша ищет февраль. Маша ищет. Это как у нас. Да? Это как у нас. Что значит? Так, мама спит, почему мама спит? Да? Что такое? Да, что такое? Да, что это такое? Мама никогда не спит. Ты должен всегда быть на чеку. Всегда должен быть вах. Полина, сюда! Всегда на службе, блин. Полина, не так. Ну, Эрик сказал, я, конечно, извиняюсь, но, по-моему, ты уже слишком долго спишь. Полина, все, пошли. Полечка, вперед. Полина, ты голодная, потому что все выбрасываешь дома, да? А потом сюда приходишь, хочешь есть, да? Нет, сейчас уже селедка, не селедка. Селедка, да? Лучше сказать, я не хочу эту селедку, блин, чем пойти и накидать ее в ванну. Как можно... Продукты переводить. Как можно это так подумать, хотим выбросить? Да? Так, вот, что у нас? У нас просто обалденный шкаф. Подожди, сегодня какой день? Дай я так какой-то. Какой же день? Так. Так, какой день? Так, Монтаг, Динстаг, Митвух, какой? Да, надо. Нет, Вольте ист... Замус. Нет. Какой день сегодня? Какой день сегодня? Седьмой. Какой не день? Зонтак, скажи. Полина, давай. Зонтак, воскресенье. Это ист зонтак. Да? Так, а теперь, какой месяц? Welcher Monat ist heute? Welcher Monat? Monat это что? Месяц, какой? Ты говорил, welcher Monat? Еще раз сказал. Какой? Февраль. Маша, скажи все предложение. Heute ist Februar. Так. Und welches Jahr? А, warte, подожди, какое число? Полина, Februar. Какое Februar? Какое число, Полюш? Februar.